Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами играть и выживать в Surviving Aftermath. Да, в прошлой серии мы с вами построили солнечные батареи, все-таки нашли эти гантели желтые, лампы накаливания. Не, не накаливания, какие они там, ну не помню, как называется лампа желтая, вот. Для производства более мощной станции энергии нам необходимы болты. Раскинули с вами электрические станции, это солнечные батареи, и построили, по-моему, все заводы уже стоят. Вот наши герои, или там как специалисты, он готов к работе и лазят по этой территории, дополнительно ее исследуют. Вот, ну, начнем строиться, развиваться, то есть выживать. Так. Ну вот у нас идет переработка, хранение отходов здесь. Что там собирает? Ну, в общем, как-то так. Да, прибыли в прошлый раз еще какие-то колонисты. В общем, мы всех пустили. Главное, чтобы волк какой-нибудь не попался. Это перережет нас всех тут. Так, по технологиям у нас 56 производства, вот, хранение энергии. Уличные фонари, дальше что-то. Ветряки. Так, экскран. Ага. Понятно. Кинотеатр, игровые там. Ну, как обычно, библиотека, управление гневом, арена. Комфортное жилье. Нормально так они тут. Можно будет обустроиться. Добавили дополнительное здание. Я думаю, что нормально, нормально. Так, эта шляпа будет готова. Это производит у нас с вами, видите, болты, так, 63, 5, порядка 10 болтов он, в принципе, может сделать, вот. А чё они? У нас вечер. Хотя один болт произвел, блин. У нас это производство эффективно. Ветряк. Понятно, в общем. Так. Ну, у нас есть. Thank you.
картошки возьмем. Так, прошу прощения. А, группа выживших. Сейчас посмотрим, кто у нас там. Так, принять. Эй, а может переберетесь на побережье? Однажды мы забили там рыбину размером с корову. Правда, о ней было трудно сказать, как она раньше называлась. Что там от припаса? Да принял. Медпункт у нас с вами есть. Это хорошо. Там лес ходит, выпиливает. Опять антибиотики. Так, сейчас посмотрим, что он там. Думаю, вот чем нам надо заняться, Мэтт. Чуть ускоримся. Так, утро все возобновилось. Понятно. Производство начато. Ты что, собрали что ли? Сколько там? 266. Так, зайдемте посмотрим на нашу науку. Так. А, производство.
Ищем, почему мы здесь? Радар. Производственный. Ну вот, я думаю, что производство, наверное, энергии. Дальше двинемся в этом направлении. А что у нас там называется? У них пятачок, это нормально, блин. Ну как уж то. Так, все по нулям. Производство. Хватка электроэнергии. Ну ладно, чё. Нет энергии, значит ее нет. Чё там собирают, что ли? Предлагаю добавить. Так, у нас что с жильем? 5 из 8. Шестьдесят шесть осталось, да. Да, легко сказать, уничтожьте бандитский лагерь. Где у нас еще? Все по нулям, отлично. Что-то так было, 31. А, все, поехали. Так, здесь уже ничего нет. Мы переходим с вами сюда. Так, производство, хранение энергии.
Специалисты готовы. Таракан. В принципе, еще один ветрячок можно поставить, да? Первые признаки эпидемии уже дают о себе знать. Сначала кашель, следом за ним лихорадка, люди валятся с ног. Жизнь в колонии останавливается. Сейчас все зависит от того, насколько вы быстро примете меры. Если у вас достаточно больниц с нужными специалистами, эпидемии вам не страшно. В противном случае зараза распространится как пожар. Эпидемия распространяется волнами, раз за разом поражая все больше колонистов. Без лечения колонисты гибнут. Больным нужно многое пить, а значит уровень потребления воды в колонии растет. Стройте достаточно медицинских учреждений для лечения колонистов. Антибиотики ускоряют выздоровление, найти их можно на карте мира. Окей. Так, секту с антибиотиками нужно будет возвращать. Так, строим еще одну палатку. Так, могильник. Предлагаю ее здесь построить. Специалисты к работе. Так, у кого антибиотики? Так. Так, все сейчас бегут. Приоритет высокий. Бегут в нашу колонию сдавать эти, как там, пилюльки. Уже возвращаешься. Ага. Предлагаю ускорить побольше времени. Так.
Так, понятно. Не скоро. Один день. Но я думаю, эти придут спасать. Так, тут работают. Что такое? Только что сейчас вылезло, что? Туманчик такой. А, у нас это генератор. 2000 ватт. Отлично. Так. Ну, все, ждем, ждем. Один день. Чуть по два болта. Так, из какой-то палатки раздается приглушенная просьба о помощи. Обежав туда, вы видите прямо по центру здоровенную яму. Видимо, земля под палаткой оказалась недостаточно прочной, и один из колонистов провалился. Если смастерить лестницу, у вас наверняка получится вытащить колониста целым и невредимым. Без проблем. Что-то круто. Какой-то квест. Так, ягоды собраны. Пока тут, потом здесь. Ну и по кругу так будем, по часовой. Раз, два, три, раз, два, три. На, уничтожать эти долбанные ядерные отходы. Вот. Такс, посмотрим. Эпидемия распространяется.
Новая группа выживших. Так, привет, видишь, что люди держатся вместе, это происходит по всей стране, это принять. Так, дома. Так. А, 8. Так, 6 колонистов. Так, что там по воде? Минус 2. Так, так, так. Блин, 3 каких-то сраных шага не хватает. 3 каких-то сраных шага. Так, что там наши доски? Так. Так, воду что высосу так мощно. 8 уже, блин. 12. Лечение. К вам падает. Да, дальше. Плюс 2. Так, понятно, что тут происходит. Подъехали антибиотики. 9. Ну, мы начинаем, по-моему, вылечивать. 8. 7. Ну, нормально.
Бездомный, знаем, знаем. Специалист не готов. Что у нас? Что у нас? Кто у нас здесь? Так. Масса 67%. Что это такое интересное? Так, сюда, Миш. Все, да. А что, все, эпидемия прошла, что ли? Нормально так, да? У нас бездомные есть. Так, что у нас там хватает? Треть. Сейчас принесут, достроят этот дом. Что за хрень? Так, а что у нас посередине? За кольками, так, а так. 6. Добывайся. Ёбну, кто тут еще? Бездомно, все, эпидемию мы нормально так отработали. Что там с пластиком-то? Все начинает строить. Отлично, домик сейчас дом поставь, что там. Так, дом готов, да? А, значит, строительство. Все. Бичей бомжей нет у нас. Пять из восьми, нормально. Так, никого не потеряли в эпидемии, это отличный результат. Так что сейчас, секунду, сохранимся, давайте с вами сохранить игру. Новое сохранение. Так, игра сохранена у нас.
Так что предлагаю на этом закончить. Ссылка на плейлист будет в описании. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Обязательно делитесь этим видео в социальных сетях. Всем большое спасибо и пока.